Ха! Всем щербет, дорогие друзья! Это видео навеяно мне, в общем, вы поняли, о чем я, прошлым моим видосом о том, где я рассказывал про недостатки ножа Victorinox. Как-то вот так вот, вот все замучено, закручено, сам того не понял. Значит, я выбрал просто... Многие люди в комментариях писали, ну многие для моего канала, это 2,5 человека, что якобы, мол, у меня вот подлива и нормально, стоит там 100-500 тысяч раз дешевле, работает не хуже и все хорошо. Ну почему-то все сразу начинают сетовать на то, что Викс он якобы дорогой и говорить о каких-то альтернативных вариантах. Подливы я не люблю, поэтому я взял ножичек от компании Grandway. Grandway я тоже, конечно, не люблю, но это все-таки типа якобы не подделка, а какая-никакая фирма. Стоит он где-то, сейчас скажу, раз в 7 дешевле, чем Victorinox Climber. Ну, из названия видео вы уже поняли, как я назову вот это вот. Ну, может, он как-то и по-грандвеевски называется. Ладно, короче, не будем быть предвзятыми. Масло масляное. Давайте попробуем сравнить. Одинаковое, как бы, количество рядов, одинаковое количество функций. Трехрядники у нас сегодня будут биться друг с другом. Ну что, round one. Fight! Я, конечно, не Эд Бун, но, в общем... Так, значит, первое, что бросается в глаза, это то, что по размеру, по длине они вроде бы одинаковые, да? Но по толщине VIX гораздо толще и мощнее. У него все инструменты чуть ли не в два раза шире, чем у Grandway. Ну и, собственно, это накладывает отпечаток на их общую толщину. Чуть-чуть тоньше у нас Grandway. Цвет плашек. Качество одинаковое. Все тот же глянцевый. Никуда не годный, черт подери, пластик. Красивый только на витрине. Он очень быстро стирается, вы об этом знаете. Он скользкий, довольно-таки неэргономичный. Но да, красивый на витрине, тут базара ноль. У Victorinox есть, кстати... И зеленые, и красные, и желтые накладки. Не понимаю, почему нет откровенно кислотных, такие как на Rescue Tool у них, вот знаете, которые в темноте светятся. Все-таки в данном случае Grandway потерять в траве, ну я понимаю, что я сравниваю как бы с черным, да, красный бы тоже потерять было непросто, но в данном случае у нас на Grandway более кислотный цвет. И давайте вот с вот этой стороны начнем. Штопор у Викса однозначно толще. Не знаю, будет ли достаточно вот этой толщины. Ну, все мы знаем пресловутые истории о том, что китайский штопор превращается в шило, когда пытаешься им открыть бутылку вина. Но надеюсь, что здесь такого не произойдет. Но то штопор тоньше. Кончик загнут в правильную сторону, вовнутрь. Не будет вас из кармана вынимать всякие ниточки. Victorinox, он вообще вот так вот спрятан туда. Видите? Так, дальше. Здесь у нас у Викса есть ну, довольно бесполезный крючок, как по мне. Хотя я сам им пользовался пару раз в жизни. Перетаскивал очень тяжелые пакеты, набитые 2-литровыми баклагами пива на природе, которые врезались просто в руки. Но нужно понимать, что длина увеличивается. И если вы не очень высокий человек, то вам это будет только хуже. Ваш пакет будет волочиться по земле. Вот. Так. Полезное шило у Victorinox здесь. Остренькое. Шило, разверточка. Я любил делать дырочки и закручивать гвоздики в шкафы. На эти гвоздики, на саморезики вешать всякий прикольный лут. Здесь у нас получается
Отвертка крестообразная, что тоже полезно очень, кстати. Вот что-то открутить, но правда, вот в таком силовом варианте она не очень полезна. Ну, менее удобно, скажем так, чем если бы она где-то вот здесь вот была. Но она есть, это хорошо. И вот непонятно, как открываемой пилочка для ногтей. Ну, смотрите, какая она. Такие редко-редко на ней поставлены эти пропилы. Ну, наверное, подпилить что-то, вот какой-то ноготок можно ей. Ну, здесь, собственно, по инструментам примерно одинаковые я бы поставил балл, потому что, ну, то на то получается. Однако, заметьте, Викс берет свое, потому что есть у Викса пинцетик и зубочистка. У Грандвея этого нет, поэтому Бэшмельбек самый настоящий. Ну и вот здесь вот. Давайте сравним клинки. Клинки. У Викса он явно длиннее. Причем ощутимо длиннее. По геометрии примерно то же самое. Но, конечно же, ребята, учитывая то, что вот этой длины клинка многим не хватает, то вот этой длины клинка точно многим не хватит. Да, смотрите, какая для цеплялка, для ногтя здесь побольше, чем у Викса. Не промахнется ноготь. 420 стил, честно пишут. Ну и сталька тоже получше на Виксе будет. Да и спуски получше на Виксе будут. Но это вы вряд ли увидите. Ну, клинок тут явно Викс выигрывает. Явно Викс выигрывает. И второго маленького клиночка Грандвей не имеет в этом ряду. А у Викса он есть. Знаете, чем очень удобно? Тем, что маленьким клиночком я лично вскрываю разные картонные коробки. На нем остается такой скотч. А большим клинком я режу помидорчики и огурчики. Вот. И очень удобно. Потому что вы большим клинком вскрыли коробку, на ней скотч остался. Потом довольно-таки тяжело это все смывать. А так у вас один как бы технический клинок, а один продуктовый. Ножницы. Ну, ножницы всегда дрековские на вот таких вот подделках. Всегда шляпные. Во-первых, они толстые очень. Сейчас посмотрим, какие на... Ну, кстати, на Грандвее они не сказать, чтобы сильно толстые, но все равно посмотрите на... Особенно кончики. Гораздо толще. И ногти ими будет стричь, ну, неудобно. Вот понимаете, насколько у вас должен отрасти ноготь, чтобы вот такую толщину вот сюда вот засунуть под ноготь и отстричь. Я вот вообще, у меня их практически нет, этих ногтей. Потому что я снимаю обзоры, я не люблю, как у шатуна. Знаете, я понимаю, что он автомеханик, но когда у тебя вот здесь вот такое черное побережье, и ты что-то вещаешь, ну, не очень прикольно получается. Один раз семечек похавал, и хотя я их не ем, полоскал их руками. И вот здесь вот не то, что как бы грязь с одной стороны, а просто, ну, аж вот какая-то часть вот этой шкарлупки семечной, причем она довольно так глубоко мне как-то залезла, я вот уже состриг все, что только можно. Оно там все равно какое-то сидит. Я когда в макро вот так вот показывал часы, блин, фу, такое тупо... Бля! Хотя я понимаю, что я слежу за ногтями, ну, по крайней мере, стараюсь за ними следить, и мою руки, я, ну, довольно чистоплотный человек, то смотрится как говно какое-то. А если вы будете вот с помощью вот этих ножниц следить за своими ногтями, ребята, ваше видео точно вам надо, или как этот, блин, у меня сегодня одни отсылки будут, как Метатрон в перчатке все время снимать. Помните, как в очень страшном кино вот этот, который тортик вот так вот пробовал? Может, у него такая же рука, я не знаю. Ну, типа, в перчатке или вообще никак не снимать. А виксовские ножнички, они тонкие. Меня унесло, короче, куда-то вообще в дебри. Видите? Ну, просто вот как бы, чтобы вы понимали, да? Опять же, непонятно, пружинку, если потеряется, не получится установить от Викторинокса. Ну, может, подрезать. Ну, по ножницам тоже Викс выигрывает. Теперь дальше. Здесь открывалка бутылочная, здесь открывалка бутылочная. На виксовской открывалке бутылочной есть еще отвертка. Тут как бы
они практически ее не сделали уже. Если это шлиц, то это, ну, такое себе. Видите, толстая. Мы могли бы просто под конец так сделать тоньше, была бы отверточка, а так непонятно что. Я уже не буду говорить про вот это вот устройство для якобы выгибания проволоки. Никогда не выгибаю проволоку, мне на него абсолютно ложить, но его на Grandway тоже нет. Ну и последнее. Это консервный нож. Он здесь абсолютно тупой. На Виксе он остренький. Здесь он тупой, ребята. Вот. Им можно разве что там, я не знаю, в носу себе поковыряться. На Виксе он остренький. Консервы вы не откроете Grandway'ом. Вот такие дела, друзья. В общем, по всем инструментам Викс плотно лидирует. Я же говорю, я не буду освещать. Есть вроде бы подделки, которые, ну, прям один в один Victorinox. Ну, и стоят там в 3 раза дешевле. Возможно. Но я вот сейчас сравниваю Grandway. Но, ребята, вспомните, что можно купить 7 таких Grandway'ов. А учитывая то, что пункт 1 моего прошлого видео — недостатка Victorinox, я говорил о том, что они часто теряются, то вы можете 7 Grandway'ов просто потерять. Ну и не будет жалко. Еще один подарить. Вот такие дела, друзья. Не забываем поставить лайк, написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу, нажать на колокольчик, дабы не пропустить мои гениальные видео. Кстати, завтра выходят результаты розыгрыша биты от Cold Steel. Я не понимаю, почему так мало людей в нем участвовало. Если еще хотите получить биту от Cold Steel, вы живете в Украине, заходите на мой канал, там прямо в шапке есть условия, все дела, тра-ла-ла. Вот. Все, увидимся. Пока.